Ух ты! А что это? Что? Где? Вон оно. Вчера этого не было. Не было? Слушай, я боюсь. Я тоже боюсь. А что там такое? Давай посмотрим. Давай. Я сначала понюхаю. Давай. Ой. А там что-то лежит. Неужели? Ага. А что-то, наверное, очень страшное. Что ой, там? Ой, я боюсь. Ой. Что это? Не знаю. А вы кто? Кто вы? Я книга русских народных сказок для самых маленьких. А вы хотите послушать мои сказки? Да, хотим. Конечно, хотим. Тогда слушайте. Жил в одной деревне мужик с бабой. Всем мужик был хорош, и работящ, и ленив. Да одним обижен судьбой, мало было у него ума. Раз посылает баба мужика в лес за дровами. Съезди, наруби дров, я хоть печь истоплю, да щей наварю. Мужик запряг лошадь и поехал. Приехал в лес, взобрался на большую сосну, вынул из-за пояса топор и хочет рубить тот сук, на который сел. Случилось в эту пору проезжать мимо мужичку из соседней деревни. Взглянул он на мужика и закричал. «Эй, что ты там, бестолочь, делаешь? Ведь убьешься!» Мужик глянул на него и сказал. «А ты почем знаешь, а? Ведь не святой. Поезжай-ка своей дорогой!» Крестьянин видит, что нечего толковать с дураком, и поехал дальше. Не успел отъехать и десятка сажень, как сук подломился, мужик упал и расшибся. Ой-ой-ой. Полежал он немного, поохал. Встал и пошел догонять того крестьянина, что сказал, что он упадет. Нагнал, повалился ему в ноги. Батюшка родимый, вижу, что ты святой. Скажи мне теперь, когда будет конец моей жизни? Крестьянину вздумалось посмеяться над дураком, и он сказал. Поезжай теперь домой, прости с домашними, и опять возвращайся сюда. Умрешь у той сосны, которую рубил на дрова. Мужик испугался и спросил. Ой, а что, батюшка, если я не поеду в лес больше, то, может, меня и не умру тогда? Нет, лучше послушайся меня, а то хуже будет. Мужик вернулся к своей лошади, ему уж было не до дров. Сел на лошадь и поехал домой. Баба давно дожидалась своего мужа, а когда увидела, что он приехал без дров, стала его ругать. «Ах, старый пень, где же дрова твои?» Но он не слушал ее и рассказал, что встретил в лесу святого человека и что тот предсказал ему скорую смерть. Жена сказала. «Ой, полно-то врать! Над тобой посмеялись, а ты слушаешь все, старый хрыч!» Но мужик простился со своими домашними и поехал в лес. Приехал, слез с лошади и пошел искать ту сосну, которую хотел рубить на дрова. Долго ходил, искал, и вдруг запнулся, свалился. «Ну, теперь уж видно, я точно умер!» И не смел встать. Лошадь его постояла, да и пошла домой. Мужик хоть и слышал, что лошадь уходит, но не посмел открыть глаз и встать на ноги, а лежал и не шевелился. Начинало темнеть. Выбежала стая волков, погналась за лошадью. Мужик и тут не встал. На что ему лошадь, если умер? Баба долго дожидалась мужа, беспокоилась, а утром объявила сельскому старосте, что муж не вернулся из лесу. Староста собрал крестьян, и пошли они искать мужика. Долго бродили по лесу. Наконец, один наткнулся на дурака. Собрались все около него, смотрят, думают, что он ведь и вправду умер. А он вдруг и говорит –
Ой, а вам-то чего здесь нужно? А ты чего тут разлегся-то? Видишь, умер, слеп что ли? А если ты умер, так я воскрешу тебя! Снял староста ремень, да и давай хлестать дурака! Ой. Мужик вскочил на ноги и стал всех обнимать, благодарить, что воскресили, а потом бегом домой. У своей деревни видит, несут покойника на погост. Мужик говорит: «Ой, люди, несите в лес, там его быстро воскресят! Я сам вчера умер, да сегодня меня воскресили!» Отколотили его и прогнали. С тех пор и прозвали глупого мужика покойником. Ух ты! А что это? Что? Где? Я книга русских народных сказок для самых маленьких.